Вот объектив 35-105. Родная бленда. Надо снять ее сейчас. Бандон. Вот крышка. Вот такой объектив. Он помповый. Помпа у него плотненькая, то есть не разболтана. То есть он не будет выпадать, когда висит на фотоаппарате. Чистые стекла очень. Единственный недостаток, вот переключатель не работает в мануальный режим. Ну, по сути, мануальный режим — это вообще не проблема, на мой взгляд. Ну, конечно, кому-то. Вот. Кстати, ну, когда вот сейчас вот в режиме автофокуса вот это кольцо фокусировки, оно вращается свободно. При переключении оно как бы начинает толкать вот как бы хобот. Вот это выезжает и фокусируетесь. Да. Ну, по сути, вы можете руками это делать. Вот, пожалуйста. Там ничего не испортится, никаких там шестеренки не полетят. Все. Там такая система. То есть сфокусировался на автофокусе, не переключая, раз. Если надо, подвел, как, ну, там, если сложная сцена. Но самое-то главное, почему его взял, невзирая на то, что не работал переключатель, да потому что стекла чистые. Понимаете, вот эти объективы, они настолько интересны по картинке и представляют большую ценность. У нее цветопередача изумительная. Вот. Формирование буке, вот как бы зона нерезкости формируется, прямо даже не надо напрягаться. Вот эта объемность как бы при съемке, конечно, ощутимо видно на снимках. Вот кто с ними сталкивался, знает, как нравится, многим очень нравится. Прям фанатеют от этих объективов. Есть старший брат 35-135. Ну вот, тут подороже гораздо, но я вот продал недавно. Вот, сейчас вы спросите, почему же, если так, такие они чудесные, почему я продаю? Ну, я вот прям скажу, ну, потому что я перехожу на системные аппараты, то есть на маленькие вот эти беззеркальные. Мне стало тяжело, я уже не молодой. У них вот у большинства так называемый туман. Вот. Это вот от, ну вот, сейчас не знаю, увидите вы. Ага, ну вот там что-то видно, да? Ну, вот. У этого чисто. А туман — это прямо от края прям как напыление. Теряется от этого контраст. Резкость, кстати, теряется. Этот очень резкий объектив. Я его, кстати, на тушку ставишь, открыл диафрагму и работаешь, там проблем никаких. Сейчас я одену на тушку, заодно сразу посмотрим, что работает автофокус. Так, да, извините, все как-то неловко, неудобно. Ну, просто я ничего не готовил, просто сел да снять решил, чтобы было понятно. Ну, видите, работает автофокус, спокойно все крутится. Даже можно попробовать снять. Мне, правда, темно в квартире. Ну, вот там плакатик у меня у жены висит. Сейчас попробую на 35 сначала миллиметров. Вот. Сейчас посмотрим. Не знаю, видно будет или нет. Такая тоже как бы. Видите, какая резкая какая. Не знаю, видно или нет этот мешковину. Прямо четко, даже когда приближаешь, прямо вот видно, как шарпит даже. Это показатель того, что резкость очень хорошая. Сейчас попробуем, теперь выдвигаем на 105, вот видите, 4,5 у него. Сейчас сниму на 4,5. Это, учтите, без вспышки, на открытой диафрагме и в комнате темно. Там свет горит, это лампа не его света. Так, вот. Вот второй снимок. Вот, видите, вот как... Вся структура мешковины прям видна. Вот она на 105 миллиметров, диафрагма 4,5. Видите как? Вот диафрагма 4,5 показывает. Резкий объектив.
Поэтому мануально. Ну, я скинул вот цену. Там 5000, я считаю, это очень хорошая цена. Ну, вот на самом деле покажу, потому что столько много вопросов. Поэтому, это, понимаете, это вот защелка. Она не то, что не работает, как сказать, она сломана просто. Но вот сейчас я попробую показать. Возьму. Вот она приклеена. Она приклеена на двухсторонний скотч. Вот, если ее отодрать, там, видите, вот внутри там есть такой, вон, такая переключатель. Так вот. Вот если его так двинуть вперед. Вот есть вот автофокус. Если его назад двинуть. Вот есть мануальный, видите? Вот и мануальный режим. Ну, чтобы вы видели, видите? Я опять его сейчас вперед подвину. Есть автофокус. Вот там не знаю, ну не видно так, наверное, да? Там вот какая-то штука, вот переключатель такой внутри. Он, видимо, сломалась вот эта пластиночка, которая так вот ножка, видимо, там крепилась. Вот. Он все работает, только потому что у кого-то руки из правильного места растут. Я в этом плане совсем ноль. Мне и автофокуса хватало. Мне этот мануальный режим, по сути, не нужен был. Вот. Сейчас, увидите, вот все стоит в автофокусе, все двигается он. Вот есть автофокус, да. Так что вот.